каждой панде по подарку. Чэнь и Шуан отпраздновали свой третий день рождения. Сотрудники зоопарка китайского Ханчжоу подготовили для именинников специальный торт-мороженое. Поздравить бамбуковых мишек пришли также десятки местных жителей и туристов. Панды-близняшки, однако, характеры у них разные. Чэнь-дзю очень активный, он мало спит и любит играть, а Шуан-хао, наоборот, предпочитает отдыхать и плотно поесть. Отмечу, большая панда – символ Китая и талисман Всемирного фонда защиты дикой природы. До прошлого года находилась под угрозой исчезновения, но благодаря усилиям человека вымирание этого вида удалось предотвратить.